послушаем новых артистов лейбла «Музыка 36». Сестры совсем недавно их представили. Они уже выпустили два сингла. Так, ну представили их песней «Высота», получается. Да. «Высота», и у них вышел «Нет дел», еще и клип. У них есть паблик, они до этого делали музыку. В общем, если заинтересует как-то и понравится музло, то заценим сразу же и эпишку. А пока давайте слушать. «Высота». Красивый голос. И очень похоже на Адиля. На группу Скриптонит. Вот что-то такое. Атмосферненько. Мелодично. Меланхолично. Блин, вот фартануло, а девчонкам? О! Очень красиво, реально атмосферная песенка. А я думал, сейчас будет отдель уже. Запиченный голосочек. Переход к Адилю. А, нет. Так более мрачновато стало сейчас. Что это было? Знаете, такая женская версия «Масла черного тмина». Круто, круто. Мне понравилось. Хороший парт от Диля. И на строчках про королеву мне вспомнился 104-й, который искал ее. А тут вот Адиль говорит, что он сам пытался сделать из тех, кто его окружал королевами. Я доволен, в принципе, прослушанным. Интересно, интересно. Давайте заценим другой трек. «Нет дела». До того. Прикольно. Начало нравится. Так, нравится ритм. Приятный голос. Мне кажется, в наушниках это прям вообще очень круто слушается. Мне очень нравится музло. Очень приятные голоса, вообще люблю женский вокал. Поэтому мне вкатывает по-любому, да, очень крутой. Крутые артистки на лейбле. Ну, похоже на Адиля. Как будто бы он сам бы мог тут петь под такое музло. И это бы заходило. Мне кажется, они так и попали на лейбл. Потому что близкая музыка такая ему. И мне кажется, они сами вдохновлялись вообще Адилем. Ну, частично, чуть-чуть, может быть. Может, я это говорю, потому что
он тут приложил руку, может, к этому, к этим трекам. Так, давайте все-таки послушаем их EP «Окна» 2019 года, поп-музыка. Повторюсь, вообще капец, как круто фартанул девчонкам. Ну нет, хотя у них и до этого, походу, было подобное музло. Ну, звучит очень атмосферненько. Реально музыку уносит вообще. Ну, круто, круто. Это все-таки что-то новое вообще. И на лейбле. И мне кажется, их музыку немного освежили даже там. Сделали более трендовой. Хотя, мне кажется, там особо никаких усилий и ничего не меняли. Круто, круто то, что они и до этого делали классное музло. Круто то, что их заметили. Так, ну... Я даже не знаю, что вам сказать. Я сейчас прослушаю все остальные треки, но мне кажется, везде я скажу одно и то же. То, что у них очень красивые глаза, очень крутое исполнение, очень классная музыка. Вот. Поэтому я просто слушаю, в общем. Самый, наверное, долгий трек был. И самый тяжелый. Так, быстренько пробежимся по эпишке «Не обо мне». Часть первая, часть вторая. Часть второй нету, наверное. Обалденно вообще, классные соляки, круто. Так, сестры, это прям что-то очень крутое, очень рад за девчонок и круто то, что они появились на лейбле Музыка 36. Очень крутая, красивая, меланхоличная, атмосферная, такая милая, вялая, красивая, еще раз, по-моему, я начал повторяться, музыка. Очень приятно слушается. Ну, конечно, по настроению в основном, но... Не знаю, я бы с удовольствием... То есть я с удовольствием включу, допустим, прогуливаясь по улицам города, или если бы я даже ехал куда-то, то такая музыка, конечно же, залетит. Короче, все очень круто, рад за девчонок. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр, всем пока. Check it out!